На чого ж сам хлопець? Вони спочатку лук ложимо, напевно. Спочатку лук викладаємо, щоб воно не того. Не підгорало. От. Хай не ви. Лука маловато, да? Дві лукові це вроді. Що ж зверху положить лук? Давай наріжемо лука. Ні-ні, подожди. Сало між цим, по-моєму, ложимо. Лука треба, щоб не підгорало. Багато лука давай, якщо що. То наверх туди. Так, це зробили. Все, 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 все. Тепер м'ясо накладаємо. Подожди, ні, треба, щоб висіло трохи. Стой. Ой, сюда. Так, сало между этим. Это висит сильно, подожди. О, отлично. Че наоборот? Наоборот, вот. Так, салку сюда. Шесть, восемь будет, да? Так, слой мяса и накрываем слоем. І цибулю. Кому як подобається. Кому як дом подобається. Хватає? Хватає. Стой, сюди. Чи ні? Все ще посуду. Це, наверное, не треба. Стой. Ну, коротше, лише. Так. Так. И теперь мы. Так. Теперь это все дело мы раз. Так вот. Че понял, чуть не за пределы выходит. Так, и зажимаем здесь. О! Теперь мы его крутить, вертеть, запутать захотеть. В любую сторону. Все. Фу, первая часть закончена. Следующая часть будет, как мы помещаем его в грубый камин. Держи поднос. Так, теперь берем это мы. И помещаем такую грубку. О! Прикрываем. Процесс жарки начался. Это можно даже чуть-чуть вот так прикрыть. Там тяги, чтобы не горело мяско. Ну и все, процесс готовки займет где-то
минут 15-20. Будем переворачивать его. Такая грубо каминчик советская. Так, берем и переворачиваем это дело. Не вытаскиваем. Можно, конечно, вытащить, глянуть, что тут оно готовится. Хорошо. Отлично. Вот так. Угу. Сюда поддувало можно прикрыть. Если маленький жар, то открыть. Если большой жар, прикрыть. Регулируется огонь таким образом. На середине жарки такого шашлыка своеобразно можно достать, посмотреть. Лук подрумянился, края тоже. Ну, это такое типа барбекю. Ну, луки. Можно угли под это подыхнуть. У нас углей достаточно. Вот так вот, отлично. Надеваем перчатку, потому что горячий очень. Теперь откроем. Так, смотрим. Готовность. Так. Лук подгорел, и тут тоже уже, в принципе, можно кушать, можно подержать еще, перевернуть. Отлично. Так, все, достаем. Чернючее все, но это лук. Вот. Будем открывать и посмотрим. Так, и несем на стол. И сначала на поднос. Вот. Такой поднос металлический. Ставим на импровизированный стол. На полу у нас стол. Поскольку стол у нас здесь, ну, здесь. Вот. Будем открывать. Посмотрим, действительно ли оно подгорело или нет. Так, открываем шашлык. Так, лук здесь прилип. Вот. А мяско отличное. Набирай. Так, Жене какое? Так, ну все, такая вот штукенция. Все.